Да, кстати, насчет пугать и обижать. Я помню, во время первой же беседы вы сказали, что у вас был эпизод с дракой, когда вы во время процесса, насколько я понимаю, то ли на вас кто-то напал, то ли вы на кого-то напали. Был какой-то человек. По поводу Ольги Лейман, хотите? Да, я, Ольга Лейман, который по телеканалам ходит, рассказывает, что я жену избиваю, ребенка, сына избиваю, только дочку люблю. Обычно Кавказ детей любит, они не разделяют сын, но к сыну всегда больше. Ну, по-разному, наверное. Нет, к чему я говорю, да? Да. Как раз этот Ольга Лейман с Пашей Дашевской, я вам дал фотографию. А, да, вот это у администрации президента. Возле администрации президента специально сделал селфи, отправляет моей клиентке, за кого я сел в тюрьму. Угу. Она в Дубае еще тот период была. Что Паша с командой Путина за 250 тысяч долларов решит твои вопросы. Ты экстрадируй, тебя сюда, тебя никто не посадит. Взяли 250 тысяч долларов, они. Так. Ее экстрадируют сюда. Ее закрывают, ее за полгода никто не отпускает. Потом она плачет, помоги. Я говорю, а что случилось? Я сначала ее освобождаю, фамилия Тверской. Под домашний арест, у себя домой забираю. Домой к себе? К себе забираю, потому что она гражданка США. Ольга Лейман, это ее близкая подруга. Так. Сколько она с нее деньги взяла, она помогла ей получать гражданство ей, детям, ее детям. Угу. Родную подругу она к себе домой не приняла. Когда вопрос решалось, куда ее? Я был вынужден, чтобы женщина в тюрьме не осталась. Я забрал домой ее. Угу. К себе домой. Домашний арест. Подписка о невыезде, потом дело закончено, отправили. Не уходите от драки. Этот, да, когда я его позвал, узнал, что, чем я занимался. Оказывается, Ольга Лейман с Пашей ей рассказывает, якобы они решили все. Через Московского городского суда, через МВД, через ФСБ. У меня все аудиозаписи есть. Я говорю, записывай, принеси, я послушаю их. А я его когда позвал, я говорю, Паша Дашевский, сколько людей кидал он? Если фамилию сбивать вот в интернет, Паша Дашевский, он оденет так. Ну, это Лейман. Ну, я понял. Да. Вот. Я говорю, все-таки эпизод с дракой. Была драка? Не была. Я же ему сказал. Да. Если ты ее кинул, это твой вопрос. Угу. Я не буду вмешиваться. Угу. Он когда мне сказал, давай 100 тысяч возьми, не вмешивайся, 100 тысяч долларов даю. Давайте про драку. Я сейчас это рассказываю. Да. Но я его очень жестко оскорблял за это. Я тебе кто? Продажная женщина? Ну понятно. Нецензурной бранью говорит. Да. И слово за слово я его очень сильно избил. Вы его? Я его очень сильно избил за то, что зачем под меня ты деньги берешь с Ольгой? Сейчас даже Ольга Лейман забьет в интернет Таганский суд. Эта же американка с нее взыскала деньги, это все. Uh-huh.